Приветствую вас! Я к вам с гороскопом на эту неделю. Что же нас ожидает? Событий немного, но тем не менее они есть. Самое первое событие, которое нас ожидает, это полнолуние, которое состоится 1 октября. Это будет полнолуние в Рыбах. Пока у нас Луна растущая, эмоционально нестабильная. Плюс следует учитывать, что полнолуние в Рыбах – это всегда проявление творчества, но, с другой стороны, это проявление, другое проявление творческих людей, это немного могут уходить эмоции в разные, как up and down, да, то есть вниз и вверх. Поэтому нужно попытаться контролировать себя, не уходить в депрессивное состояние, не, главное, не додумывать того, что, чего нет, да. К примеру, у вас все достаточно хорошо, и здесь как бы может быть, вот в чем я несчастен, здесь и здесь и здесь. На самом деле это просто влияние полнолуния. Поэтому постарайтесь отвлечься от этих мыслей и порадуйте себя чем-нибудь. А после этого следующее событие, которое нас ожидает, это Марс сменит свой знак на Рыбы. И это произойдет 4 октября в самом конце недели. Что же нам это даст? Смена Марса знака даст больше погружения в себя. То есть если до этого было проявление агрессии, было проявление там, выяснения прав, да, и так далее, то здесь больше будет понимание, желание познать себя, погружение в себя, склонность к медитациям, к уединению. Это тоже энергия, но она немножко другая, она более спокойная. Может потянуть в это время какие-то путешествия, захочется смены обстановки, захочется самое простое выехать куда-то на природу. То есть Марс становится более спокойным, пока у нас двигается еще ретроградно, поэтому он пока из знака в знак возвращается, и поэтому возвращает вот эти эмоции. Конечно же, это еще даст чувство неуверенности, такой незащищенности, захочется, чтобы кто-то принимал решение за нас, захочется сильное плечо рядом, захочется поддержки. Да? Если про сильное плечо, то поддержки в целом. Не только дома, но и на работе, чтобы был какой-то вот человек, который принимал решение, либо помогал, либо как-то, не знаю, успокаивал. Поэтому прям время, когда захочется поддержки. Из астрологических событий на этой неделе все, но на самом деле я бы хотела сказать, что настроение у нас будет меняться. Особенно сложным оно будет к концу недели. Учтите те, кто склонен к различным депрессивным состояниям, что это состояние может усилиться. Что сейчас хорошо делать? Уходить в творчество. Чувствуете, что вас накрывает? Идите рисуйте, идите гуляйте, идите фотографируйте, пойте песни. Все, что угодно, все, что может принести какую-то толику и выплеск вот этой энергии эмоциональной на холст, на музыку, в прогулке, да, какой-то в фотоработах, это все можно делать, это все вам поможет. Поэтому эмоционально постарайтесь себя защищать. Конец недели будет посложнее, чем начало, поэтому если что-то планировать, планируйте более благоприятно. У нас будут сегодняшний день, 28 и 29, день перед полнолунием, все же он такой сильный, да, поэтому эмоционально здесь будет немного сложно. Полнолуние сам по себе достаточно благоприятный день, но здесь могут быть сомнения, здесь могут быть моменты правильности принятия решений, выбора и так далее. Поэтому если что-то важное, лучше на начало недели, конец недели постарайтесь провести спокойно. Вот такой прогноз у нас на следующую неделю. Надеюсь, информация была для вас полезной. И до следующих встреч!